Здравствуйте, уважаемые геймеры и модостроители! С вами Бертольд Африканцев, и в этом уроке мы с вами рассмотрим, как русифицировать триггеры. Несмотря на то, что в 23-м уроке я уже рассматривал русификацию триггеров, мы с вами там русифицировали триггер для двери, я все же решил сделать отдельный урок на эту тему. И в этом уроке мы с вами будем русифицировать триггеры для лифта, который поставили в нашем уровне в прошлом уроке. Сам файл локализации мы с вами уже создали. Я его поместил вот в эту папку Levels.ut и сюда же поместил резервную копию уровня Diversion. Но все равно хочу напомнить вам, как создается этот файл локализации. Надо нажать компьютер, ну, в общем, попасть в директорию Far Cry, туда, где установлена игра Far Cry. Вот эта игра. Открыть папку с игрой и найти папку FCData. Открываем папку FCData. Открываем папку localized. И тут нужен архив Russian Pack. Тут три архива. Russian Pack, Russian 1 Pack, Russian 2 Pack. Нужен просто Russian Pack. И напоминаю вам, что необходимо, чтобы эти файлы были видны как архивы. То есть у них, чтобы было свойство архива. Если у вас этим файлом не придано свойство архива, то, пожалуйста, придайте им свойство архива. Надеюсь, вы все знаете, как это делается. Итак, открываем Russian Pack, папку Languages и достаем отсюда файл Fort. И теперь просто переименовываем этот файл, называем его не Fort, а Diversion. Само собой разумеется, что расширение должно остаться тем же. Жму Enter. И вот теперь файл локализации для уровня Diversion создан. Но поскольку он тут уже есть, вот этот я удаляю. Итак, я запускаю редактор уровней. Запускаю уровень Diversion. Вот уровень открылся. Ну и начнем сразу с этого триггера. Нахожусь я сейчас наверху. Итак, нажимаю на этот триггер. Вот все его параметры. И в параметре Text Instruction я вижу, что у меня тут написано Push. Но это я временно так написал здесь. Push. Сейчас будем все исправлять. Сворачиваю уровень. Открываю Microsoft Office Excel. Делаю так вот, минимизирую, так, чтобы можно было файл Diversion XML перетащить в Excel.
перетаскиваю и теперь разворачиваю на весь экран для удобства. И сейчас мне нужно найти здесь надпись «Нажмите кнопку действия, чтобы вызвать лифт». Вот. Вот эта надпись. Нажмите кнопку действия, чтобы вызвать лифт. Она находится в этом столбце. В этом столбце под литерой B находится та же надпись, но на английском языке. А в столбце под литерой A находится код. Этот код надо вставить в поле напротив параметра Text Instruction. Поэтому я жму правой кнопкой мыши на этот код. Жму копировать. Разворачиваю уровень. Нахожу параметр Text Instruction. Жму сюда левой кнопкой мыши. Все выделяется и жму Ctrl-V. Надпись вставилась, но в самое начало надписи нужно вставить еще собачку. Обязательно. Так, все. Ну и давайте проверим, что получилось. Подходим к триггеру. И мы видим, что надпись изменилась. Теперь написано по-русски. Нажмите кнопку действия, чтобы вызвать лифт. И вот что тут хочется заметить. Как вы видите, надписи по-русски появляются сразу, как я вставляю код напротив Text Instruction у триггера. А почему? А дело в том, что в 23-м уроке я уже подгрузил вот этот файл туда, куда надо. А куда надо? Сейчас покажу, куда надо. Вот этот файл Diversion. И надо опять попасть в директорию игры Far Cry. Games, вот Far Cry. Опять нужна папка FCData, опять папка Localiz. Открываю Russian Pack. Languages. И вот сюда нужно перетянуть вот этот файл. И нажать ОК. Теперь с этим триггером. Сворачиваю уровень. И ищу надпись. Нажмите кнопку действия, чтобы лифт поехал вниз. Вот она. Здесь по-английски, а здесь код. Жму правой кнопкой мыши на код. Жму копировать. Разворачиваю уровень. Нахожу параметр Text Instruction, жму сюда левой кнопкой мыши, все выделяется, жму Ctrl-V. И перед самым началом того, что я вставил, вставляю собачку. Проверим. Подхожу к триггеру. Появилась надпись «Нажмите кнопку действия, чтобы лифт поехал вниз». Спускаюсь вниз. Делаю то же самое с этим триггером. Но тут нужна надпись «Нажмите кнопку действия, чтобы лифт поехал вверх». Вот она. Тут по-английски, тут код. Копирую код.
разворачиваю уровень, жму на триггер, вот текст инструкшн, жму сюда левой кнопкой мыши и Ctrl-V. Теперь в начало того, что я вставил, вставляю собачку. Проверяю. Ну тут триггер высоко, и лифта нет, но все равно видно, что надпись появилась. Нажмите кнопку действия, чтобы лифт поехал вверх. Ну и здесь то же самое. Здесь нужно просто, чтобы вызвать лифт. Вот эта надпись. Вот по-английски. Вот код. Копирую. Text instruction. И вставляю. Также собачку сюда. Проверяю. Да, появилась надпись. Нажмите кнопку действия, чтобы вызвать лифт. Ну что, вызовем лифт. Это я проверил, как Delight Trigger работает. Подхожу к триггеру. И вижу надпись на русском языке. Нажимаю кнопку действия. И весело еду вверх. Тоже надпись появилась на русском. Проверю, как работает Delight Trigger. Нормально он работает. Ну и тут тоже появилась надпись. А теперь давайте с вами изменим надпись у этого триггера, который стоит наверху. А дело в том, что когда вы подниметесь на лифте вот сюда, это выход, и вам вдруг по какой-то причине захочется спуститься вниз обратно, вы подойдете к этому переключателю, и здесь появится надпись. Нажмите кнопку действия, чтобы вызвать лифт. Но лифт-то уже будет здесь стоять, и вызывать его не надо будет. То есть эта надпись, по сути, она неправильная. И здесь нужна другая надпись. Скорее всего, здесь должно быть написано «Нажмите кнопку действия, чтобы войти в лифт». Сейчас сделаем такую надпись. Сворачиваю редактор. И такую надпись здесь можете не искать, ее здесь нету. Поэтому я беру одну из надписей и «Нажмите кнопку действия, чтобы лифт поехал вниз». Беру вот эту надпись, правой кнопкой мыши копировать, спускаюсь сюда вниз и вот сюда вот жму правой кнопкой мыши вставить. И теперь я убираю лишнее, оставляю только нажмите кнопку действия, чтобы, и пишу дальше по-русски «Войти в лифт». Ну, напишу здесь что-нибудь по-английски. Ну, просто не буду тут особо мудрить. Как, кстати, по-английски тут написано?
Ну, просто здесь press user to move elevator up. Тоже скопирую. Для приличия просто сюда вставлю английский текст. Вы можете не вставлять. Изменю здесь press user to enter. Ой, было по-русски. Enter into the lift. А сюда я введу код, который я придумаю сам. Код будет такой: lift, нижнее подчеркивание, on. Теперь я жму правой кнопкой мыши на этот код. Копировать. Разворачиваю редактор. Жму на триггер. Text instruction. Жму сюда. Жму Ctrl-E. Сначала вставляю собачку. Вхожу в игру. Подхожу к триггеру. И что я вижу? Собачка лифтон написано. Так. Сворачиваю редактор. Закрываю Excel. Он просит сохранить изменения. Конечно же, соглашаюсь с этим. Открываю папку. Где этот файл? Diversion.xml. Открываю директорию с Far Cry. FCData. Localized. Открываю Russian Pack. Languages. И перетягиваю сюда обновленный файл Diversion.xml. Жму ОК. И вот он выдает ошибку. А почему? Потому что редактор включен, а при включенном редакторе он не сможет обновить. Выключаю редактор, все тут сохраняю. И пытаюсь заново подгрузить обновленный файл. FCData, localized. Это я удаляю, лишнее тут появилось, нафиг не нужно. Russian Pack открываю, Languages, перетягиваю Diversion, окей. Ну теперь нормально, файл туда подгрузился. Включаю опять редактор уровней. Открываю Diversion. Вхожу в игру, подхожу к триггеру. Ну и все, здесь появилась надпись. Нажмите кнопку действия, чтобы войти в лифт. Красота. И на этом я заканчиваю свой урок по русификации триггеров. Напоминаю вам, чтобы для того, чтобы сохранить отменное здоровье и не болеть, необходимо заниматься спортом, пробежками, гимнастикой, физкультурой. Будьте здоровы, дорогие друзья! Всего вам доброго! До следующего урока! С вами был Бертольд Африканцев.